Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что вы действительно, при том, что ваш ребенок, очевидно, достаточно самостоятельный, вы действительно, мне кажется, слишком его опекаете и слишком вовлекаетесь в то, что с ним сейчас происходит. Мне кажется, что для вас как будто бы чересчур важно, чтобы он был успешным, чтобы у него была, ну вот, такая передовая, скажем так, позиция. Вот тогда как мне кажется, в свою очередь, что здесь важно получение удовольствия, да? И здесь важен некоторый комфорт и еще несколько нюансов. Мне кажется, что вам важно быть со своим ребенком в контакте, чтобы, если он почувствует, например, что его это подавляет, что у него действительно пропадает интерес к учебе, в таком случае задуматься о переходе в другой класс. Но это его ответственность, это его выбор должен быть. Вот, чтобы это могло адекватно принести результат. Если же его это не подавляет, если он это сам воспринимает как временные трудности, вот, то, в принципе, можно не переводить. Вот. Потому что на новом месте ему может быть сложнее. На новом месте ему может быть тяжелее. Не факт, что в новом месте ему будет комфортнее. Там незнакомые ребята, здесь вы пишете, что он староста. Отличник и спортсмен. Будет ли он старостой и отличником и спортсменом на новом месте? Не факт. Потому что там староста, скорее всего, уже есть свой. И отличники тоже тем имеющимся отличникам вряд ли будут нужны. Вот. Поэтому не факт, что ему на новом месте будет лучше. Поэтому я бы сказал так, что если важен процесс обучения, вот, если важен именно процесс обучения, вот, то, наверное, лучше перейти. Если важно социальное положение, вот, ну, вашего сына, вот, то наверное, лучше все-таки не переводиться. Вот. Как мне кажется. Вот. Но тем не менее решать этот вопрос исключительно нужно вам, со своим сыном, точнее, вашему сыну.
нужно этот вопрос решить. А уже вам решить, как вы можете ему в этом помочь. Вот. Если хотите, конечно. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать. То есть здесь, ну, как бы вот приоритетов зависит в большей степени, как мне кажется. Вот примерно такой ответ я мог бы вам дать. Что касается того, насколько эта ситуация нормальна, нет, это безусловно ненормально, и безусловно это говорит об определенном кризисе передактического процесса. И как бы это говорит о распущенности, это говорит о вседозволенности, это говорит об отсутствии авторитета учителей, это говорит о, в общем-то, проблемах детей. Вот. Потому что нет хорошей жизни, где эти дети так себя ведут, можете мне поверить. Вот, совершенно нет хорошей жизни, как бы спокойные, там, ну именно спокойные, гармоничные дети так вот и сюда не стали. Вот, поэтому тут можно говорить о некоторых системных, я бы сказал, проблемах, можно говорить о некоторых именно вот что системных трудностях, которые, ну, касаются вот непосредственно детей, которые касаются непосредственно их психологического состояния. Вот, и, к сожалению, сами по себе такие вещи не проходят. Вот. Потому что, ну, уже сейчас можно, в принципе, с уверенностью говорить о том, что формируются некие такие вот, не совсем, скажем так, социальные, наклонности у детей, вот, мягко говоря, не совсем социально. Вот, можно говорить о том, что сейчас детям не чувствуют себя в безопасности, можно говорить о том, что сейчас дети не ощущают себя спокойно, вот. И можно говорить о том, что, ну, чувствуется довольно серьезная проблематика у детей. Вот. Может ли это зародить у вашего сына? Да, может, конечно. Вот. Но, повторюсь, здесь важнее, на мой взгляд, не столько возможность заражения, это может быть, а может не быть. Вот. Вашему ребенку было бы неплохо вот поучиться как раз некой такой устойчивости, да, поучиться некой такой некоторому упорству, это ему, в принципе, могло бы быть полезно. Вот. Ага, ну, вопрос в том, просто вот важности. Вот.
То есть, что у вас нет такие решения, ну, там, понимать точно сторонним. Вот. Чтобы желаю помочь, да. Не навредить еще больше. Вот. И чтобы ваш сын вот, максимально себя раскрывал. То есть чтобы он максимально раскрыл в этих решениях. Вот. Поэтому я думаю так. Поговорить с ним нужно, вот, поговорить с действительно директором школы нужно, как порекомендовала моя коллега, вот, и поговорить с учителями нужно, вот, как это все в общем-то собирается решать. Вот, потому что атмосфера откровенно нездоровая складывается. Вот. Ну вот, то, что вы описываете. Безусловно, это нездоровая атмосфера. Вот. А, ну и важный момент, это ваши собственные страхи и сомнения, которые есть у вас, ваше вовлечение в успешность своего ребенка, насколько вам важен его успех, насколько зависит от его успеха. Вот, нет ли здесь замена, замещение вашими интересами его. И наоборот, соответственно, наоборот, конечно, тоже может быть. Вот. Я ни в коем случае не пытаюсь вас обвинять сейчас. Вот, я просто говорю о том, что, ну, что может быть, да, я говорю о том, что такие случаи бывают, когда родители, особенно если они тревожны, особенно если вот сами не очень развиваются, да, если сами не очень, скажем так, внимательны к себе, вот, то бывают проблемы, когда слишком сильно, слишком сильно начинают чувствовать зависимость от жизни детей. Это не имеет отношения никакого к собственно проблемам ребенка, которые могут быть, могут не быть. Вот. Это личный конфликт самого родителя. Вот, и на мой взгляд, вот, то, что вы задаете этот вопрос, да, то, что вы не знаете, что вам делать, вот, то, что у вас отсутствует эта позиция по данному вопросу, ну, вероятно, свидетельствует о том, что вы себе не доверяете. Не очень хорошо себе доверяете. И как бы это не может не распространяться на атмосферу. Вот. То есть, если это есть, то это, как правило, распространяется на, ну, на несколько сфер. Если это есть. Вот.
Поэтому неприятно это говорить, конечно, возможно, вы со мной не согласитесь, но практика и опыт, они достаточно четко, достаточно ярко, достаточно наглядно показывают вот некоторую такую корреляцию. Поэтому у меня, ну, только надежда на то, что вы прислушаетесь к тому, что я говорю, вот, и, соответственно, не только поможете ребенку, вот, которому нужна ваша помощь, это правда, но и поможете себе, это тоже важно. И последний момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, вот никто из моих коллег, по-моему, это не отметил, а где отец ребенка, почему только вы фигурируете и, собственно, ваш сын, а папа где? Где отец, где мужская фигура? Такое ощущение, что этого нет, мужской фигуры нет. Мальчик очень важна мужская фигура, мальчик очень важно общение с мужчиной, с авторитетным для него мужчиной. Вот, и, соответственно, насколько он близок с отцом, как отец на все это реагирует. Вот, это очень важно. Вот. Зачастую только это и важно. Вы же говорите про его друга, в смысле вашего сына, вы говорите про себя, вы говорите про него, про мальчиков, ну, про учеников, одноклассников, вот, про учителей, но ничего не говорите про его отца. Вот, если есть какие-то трудности с этим, то это первостепенная задача, которую нужно решать, первостепенная проблема, которую нужно разрешить, а не все остальное. Вот, потому что, ну, переезд не решит тех проблем, которые есть, например, у мальчика, да, который имеет вот некоторую такую, скажем так, нехватку, ну, нехватку общения с папой. Вот. Нехватку такого вот мужского разговора, мужского общения не с друзьями, а именно вот со взрослым, с которым теплые, дружеские, доверительные отношения. Вот, так что в этом направлении я бы тоже рекомендовал бы вам посмотреть и как-то обратить на это внимание. Вот, потому что я могу ошибаться, но если ваш сын единственный мужчина в семье сейчас, и он как бы сам себе мужчина, то это, конечно, тревожный звоночек. Вот. Как тревожный звоночек, на мой взгляд, является и тем тревожным звоночком является и то, что вы говорите, что это хорошо, когда сын с утра бежит там, в школу. То есть это вот как бы здесь все-таки некоторая какая-то статусность, вот, некоторая какая-то концепция, что, например, что все должно быть идеально, все должно быть хорошо, вот, как бы это не превалировало бы над вашим сыном. Я очень надеюсь, что это не так,
Вот я очень надеюсь, что это неправда, но какую-то профилактическую работу я бы все-таки провел. Хотя бы с вами. То есть, ну, хотя бы на предмет того, как вы отдыхаете, как вы расслабляетесь, если расслабляетесь, как вы проводите время, как вы живете, короче говоря. Вот. Потому что если вы не живете, то и ваш сын, скорее всего, не будет тоже уметь именно жить, именно наслаждаться жизнью и так далее. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен для вас. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.